Сувенирные амуниции на удачу, серьезное обсуждение предстоящей выборной кампании. Сегодня кандидат в президенты Татарстана Рустам Миниханов встретился с членами своего штаба и доверенными лицами. Это известные деятели спорта, искусства, руководители предприятий, ветераны. Люди, внесшие значительный вклад в развитие республики. Наша задача вот стратегии 2030, она понятна. Значит, за счет развития экономики мы будем развивать нашу республику, повышать качество жизни наших граждан. Самые главные задачи – это качественное образование, здоровье наших граждан, значит, перспектива будущего. Вот эти вопросы, они очень важны. В списке доверенных лиц 23 человека. Им предстоит участвовать в дебатах и встречаться с избирателями. Задача – рассказать, что сделано в республике, что еще нужно сделать. Частные клиники отстают от городских клиник Казани. 7-я, МКДЦ – это прекрасные центры. Не время дилетантов. И не время ждать, когда те, кто придет, новые люди в управление, могут научиться. Эффективны только те управленцы, которые имеют уже сегодня значительный опыт, они могут быстро вести республику туда, куда надо. 10 лет назад, по вашему приглашению, я приехал. Вот, и было все по-другому, мягко говоря. За эти 10 лет прошло столько событий. Нас действительно знают в мире, к нам приезжают музыканты мирового класса сегодня. Они все говорят о том, что такое Казань, что такое Татарстан. В команде в Акбарсе у нас появился новый герой, капитан Татарстана. Его роль была у меня, но только на льду. А в настоящей жизни настоящим героем являетесь вы, Рустам Нургалиевич. Рустам Миниханов поблагодарил свою команду за доверие. Это моя республика, да, я здесь родился. Если я что-то могу сделать для своей земли, для своих людей, конечно, я буду делать все. В штабе кандидат от коммунистов России Альфреда Валиева с утра комплектовали набор для своих агитаторов. Днем волонтеры разносили газеты и листовки почтовым ящикам в многоквартирных домах. По Казани работаем. То же самое у нас работает активно в набережных Челнах. В Чистополе работают, газету раздают. Вот, листовки, газету раздают. То, что у нас какие есть средства, мы вкладываем в основном в агитацию печатную. Либерал-демократ Владимир Сурчилов готовится к теледебатам. В штабе переводят слоган на татарский язык. Агитаторы получили результат тестирования на коронавирус. Вот все люди, которые у нас задействованы в избирательном процессе, еще раз говорю, прошли тестирование на коронавирус, не болеют, но все равно количество контактов мы сведем к минимуму. Сторонники кандидата от «Справедливой России» Эльмира Михеева сегодня начали уличную агитацию. Предстоит раздавать печатную продукцию. В городах наши агитаторы будут раздавать листовки. Такой вид агитации у нас будет продолжаться до конца предвыборной кампании. Кандидат от партии «Рост» Олег Коробченко готовится участвовать в дебатах на телевидении. Также его штаб проводит встречи с избирателями. В каждом районе наши предприниматели организуют встречи с руководителями предприятий МСП, с ними обговаривают. 15 августа стартует агитация в СМИ. Предвыборные ролики и дебаты будут транслироваться на телеканале ТНВ и в эфире «Болгар Радиосы». Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.